Я в киберпространстве прекрасный боец и стрелок. Блин. Нет, все-таки лучше, когда я это вот на компьютере пальчиками. Клево. Где-то в параллельной вселенной существует город Инкополь, населенный маленькими осьминожками. Они одеваются по последнему писку хипстерской моды, добывают электричество из усатых рыбешек, а отношения выясняют в дружеских пейнтбольных матчах. Почему все устроено так? И как все это логически объяснить? Да какая разница? Скорее в бой! Рядовой матч в Splatoon представляет собой сражение между двумя командами из четырех бойцов. Цель – покрыть краской как можно большую часть карты. Убивать врагов не обязательно, за них очки не начисляются. Любой из бойцов может на лету превращаться в кальмара, после чего он получает возможность вдвое быстрее перемещаться по окрашенной своей краской поверхности. Запасы краски опустошаются очень быстро, а пополнить их можно, только вдоволь накупавшись в луже из красителя. У вас есть несколько видов оружия и всяческие спецприемы. Арсенал корректируется с помощью одежды, которая подбирается в магазине вне боя. Череда первых матчей проходит в атмосфере бешеного восторга. Ух ты, вот отличная снайперская позиция. А тут с помощью валика можно удобно зайти в тыл. Переместиться к любому из товарищей можно одним прикосновением к геймпаду. Как здорово! Новых возможностей уйма, их непременно хочется все опробовать в деле. И на волне первых впечатлений в самом деле кажется, что сетевые шутеры уже никогда не будут прежними. Но через несколько часов игры начинают неумолимо сказываться досадные недоработки. Почему нельзя выйти из лобби, пока не наберется новая партия участников? Почему экипировку можно менять только вне многопользовательского режима, а не просто в перерыве между матчами? Где, черт подери, возможность выбирать карты? И где голосовой чат? К тому же в стартовой версии Splatoon удручающе мало контента. Это касается буквально всего — экипировки, оружия, карт и даже режимов. Доступных арен пока всего 5, а из-за постоянной ротации вы чаще всего будете играть на одной или двух. Впрочем, дополнение уже в разработке. Помимо основного режима, есть локальный мультиплеер на две персоны и сражения по удержанию точки, рассчитанные на персонажей минимум 10 уровня. Развитие героя сейчас заблокировано на 20 ранге, до которого можно добраться где-то за 15 часов, даже при среднем уровне мастерства. Здесь есть и добротная одиночная кампания на 6 часов, в которой нам предстоит спасать тех самых рыбок, дающих городу электричество. Если бы многочисленные сражения с ботами заменили платформенными уровнями, одна только сюжетная часть с легкостью оправдала бы покупку игры. Неизменно радуют только боссы в каждом из 5 миров. Битвы с ними сложны и увлекательны. Splatoon — классическая игра от Nintendo в лучшем смысле слова. Задорная и веселая. Она быстро затягивает и не надоедает по меньшей мере первые пару недель. Но вот хватит ли запала на долгий период — спорный вопрос. Пока что контента слишком мало, чтобы сказать наверняка. Вот, пожалуйста, чем отличается киберпространство от
не киберпространство. Минус 1500 рублей зарплаты. А всего лишь чашку разбил. Если бы это было в компьютерной игре, я бы ее там же и склеил. Смотрим дальше программу «Галилео».